Продолжай двигаться. Наконец-то! Наконец-то мы узнаем всю правду. Наконец-то у нас есть возможность нанести ответный удар. Урсигор тебе что-то сказал? Что он сообщил? Я знаю заклинание, которое необходимо для того, чтобы сломать последнюю печать. Ее можно увидеть при помощи этого окуляра. А потом все решит сила воли. Что еще он сказал? Проклятие Урсигора удерживает здесь Титана. Боги закрепили его в качестве напоминания о его судьбе. А если мы его освободим, Титаны уйдут? Нет, вряд ли они связаны подобным образом. Но освободив Титана, мы получим оружие. Другие Титаны уничтожают материк. А этот Титан может их остановить. Остров придется принести в жертву, но тысячи людей будут спасены. Ты готов принести в жертву этот остров? Человечество на грани гибели. Забудь ты о жалкой кучке людей на этом острове. Если мы ничего не сделаем, скоро все будут мертвы. А что, если Титан не захочет сражаться на нашей стороне? Ты говоришь, что когда-то он служил богам. Если служил раньше, послужит и теперь. Но это было 1000 лет назад, и он служил самим богам. Боги мертвы, их место займут люди. Человек сам станет богом. Титан признает меня своим новым повелителем. Я уничтожу остальных титанов и спасу этот мир ради человечества. Полагаю, я должен остановить вас. Ты глупец. А вы заблуждаетесь. Ты не сможешь даже прикоснуться ко мне. Воины, убить его! В чем дело? Ты нашел то, что искал? Инквизитор сосредоточен на Титане. Он хочет его освободить. Инквизитор – носитель глаза? Что он намеревается делать? Инквизитор хочет управлять Титаном. Учитывая его мощь, мало кто способен устоять против такого искушения. Будем надеяться, что он добьется успеха. Что он сможет управлять этим Титаном и с его помощью уничтожит остальных. Он потерпит поражение. Никто не способен контролировать Титана без помощи богов. Ты управлял Титаном. Не мог бы ты сделать это снова? Тогда было сильно влияние богов. Теперь боги покинули этот мир. Никто не может повелевать Титаном. Тогда остров будет уничтожен? Нет, если ты остановишь этого человека. Титана также можно остановить. Все-таки это его тюрьма. К
Как мне остановить Инквизитора? Инквизитор тут ни при чем. Ты должен остановить Титана. Каким образом? Что мне надо делать? Только Повелитель Титанов может снова заковать Титана в цепи. Значит, только ты сможешь это сделать. Я мертв. Ты должен взять эту роль на себя. Ты должен стать Повелителем Титанов. Как я стану Повелителем Титанов? Ты должен найти мои доспехи. Они еще существуют? Да. И они защитят тебя от огня Титана. Одних доспехов будет недостаточно. Мне понадобится оружие. Конечно, нужны доспехи и оружие. Где я достану доспехи? Только железо, выкованное Титанами, может защитить тебя. У меня были такие доспехи. Ты должен найти их. Где мне взять достойное оружие? Боги дали мне для моего задания боевой молот. Он был специально выкован, чтобы противостоять мощи Титанов. Спасибо за рассказ. Но где мне его найти? Все мои вещи были переданы Саурианским верховным жрецам. С тех пор я их не видел. Выходит, наша единственная надежда пропала сколько сотен лет назад? По традиции, самые ценные вещи жрецов хоронили вместе с ними. Ты должен разыскать гробницы Саурианских верховных жрецов. Когда ты разобьешь печати, у тебя появится шанс найти там то, что ты ищешь. А где мне искать эти гробницы? Они будут внутри Саурианских храмов. Там было всего 5 верховных жрецов. Найди эти 5 гробниц. А что это за печати, о которых ты говоришь? Могущественные магические поля защищают входы. Только самая древняя магия обладает достаточной мощью, чтобы разрушить их. Я создал руну. С ней ты сможешь уничтожить любой барьер, который могли поставить саурианцы. Спасибо. Это будет очень полезно. Ты найдешь руну в саркофаге, где лежал мой череп. Я бы увидел ее. Там есть секретное отделение. Плавно надави на крышку сбоку, откроется отделение. Руна лежит внутри. Теперь ты знаешь все, что тебе нужно знать. Возвращайся сюда, когда поймешь, что готов. Но запомни, время не на твоей стороне. Покажи ему, что случается с убийцами. Вот и снова ты. Что ты узнал? Я обнаружил, что защищает остров. Но Инквизитор собирается забрать это. Зачем бы ему это делать? Ведь так он уничтожит все плоды своих трудов. Инквизитор готов принести в жертву все на этом острове. Это не сулит нам всем ничего хорошего. Зачем бы ему это делать?
В недрах горы находится храм. Внутри него замурован Титан. Теперь там заперся Инквизитор. Он хочет освободить Титана. Титан? Интересно, как его поймали? И что важнее, не освободится ли он? Расскажи мне, что тебе удалось узнать? Ну, я знаю, что мы имеем дело с огненным Титаном. Если он вырвется, весь остров сгорит дотла. И как ты собираешься это остановить? Я не могу ничего поделать, пока не найду доспех Повелителя Титанов. Лишь обладая его доспехами, я могу победить Титана и снова запереть его. Где же этот доспех? Где-то на острове. Спрятан в 5 гробницах ящеров-жрецов. Может быть, у меня найдутся свитки, которые помогут тебе в поисках. Возвращайся ко мне, когда найдешь доспех. Посмотрим, может быть, я смогу тебе помочь с ним. Мне нужно поговорить с тобой об Инквизиторе. Что-то случилось? Почему ты не с ним? Мендоса выжил из ума. Он рискует нашими жизнями, готов даже принести в жертву остров. Значит, ты что-то нашел в глубине вулкана. На этом острове находится огненный Титан, и Мендоса хочет освободить его, чтобы управлять им. Если что-то пойдет не так, нам всем конец. А если Инквизитор справится? Присутствие Титана оберегает этот остров от бурь. Но если он покинет остров, это конец. Мендоса, несомненно, осознает это? Да, но он думает, что сможет контролировать Титана. Бури вызваны другими Титанами, и Инквизитор хочет использовать его, чтобы нейтрализовать угрозу материку. Он готов пойти на любые жертвы ради этой цели. А как он думает управлять им? Дух Повелителя Титанов все еще обитает в этой горе. Инквизитор пытается использовать его тайны, но если я сумею завладеть доспехом Повелителя, то смогу вернуть Титана в его тюрьму. Но времени у меня очень мало. Если Титан освободится и полностью обретет свои силы... Этот остров будет обречен. Можешь рассчитывать на нашу помощь. Где нам искать этот доспех? Его части хранятся в гробницах ящеров-жрецов. Но они охраняются. Я покажу тебе на карте, где искать эти гробницы. Одна гробница прямо в лагере Дона. Значит, тебе придется убедить его людей пропустить тебя туда. А что с Инквизитором? Мы... Хранители священного огня. Мы защищаем остров. Инквизитор стал угрозой всему, а значит, он наш враг. А что насчет остальной Инквизиции? На чьей они стороне? Это решит Карлос. Он занимает наиболее высокую должность. И мы можем лишь надеяться, что он верен своим целям, а не предводителю. Поговори с ним, объясни все. Надеюсь, он нам поможет. Я ищу кое-какие гробницы. Гробницы саурианских верховных жрецов. Не видел ничего похожего, но тут неподалеку есть одна развалина, опечатанная чем-то вроде магического барьера. Может быть, там одна из тех гробниц. Но это же где... Погоди! К оружию! Нас атакуют! К оружию! Я в деле! Эй! Твари такие безмозглые, в безопасности. Похоже, налет завершен. Они вернутся.
Они ползли, как муравьи. Ты проделал хорошую работу. Нет проблем. Если есть что-нибудь еще... Помоги нам. Сделай все возможное, чтобы прекратить эти атаки. Вид довольно хрупкий.
Инквизитор все еще внутри. Что вы там нашли? Огненного титана. Что? Мы нашли огненного титана, пойманного в ловушку внутри горы. Он был там уже очень давно. Но если он вырвется... Если он вырвется, остров будет уничтожен. Сгорит, как перышко. Хорошая новость. Он там был заперт уже более 1000 лет назад. Хорошая новость, но с подвохом. Если мы что-нибудь нарушим внутри вулкана, огненный титан сможет освободиться. Инквизитор поймет это. Инквизитор пытается освободить титана. Он думает, что сможет его использовать. Он сказал, что ищет оружие. Но если он не сможет управлять им, если он проиграет... Тогда весь остров будет уничтожен. Но если он сможет, он изгонит отсюда титана, а до сих пор именно присутствие титана защищало остров. И весь остров будет уничтожен. Что ты теперь думаешь об Инквизиторе? Мы с ним сражались бок о бок во многих битвах, и я всегда был его верным вассалом. Но с тех пор, как был найден окуляр, он изменился. Его стало что-то тяготить. Он все время погружен в себя. Он был целеустремленным. У него был план. Но мне кажется, что он теряет смысл того, что он делает. Инквизитор Мендоса, которому я поклялся в верности, действовал бы иначе. Тогда ты должен мне помочь остановить его. Лучшее, что я могу сделать, это помешать этим людям-ящерам вмешиваться в твои поиски. Ты добровольно вступил в наш орден. Ты справился с возложенными на тебя задачами, претерпел множество опасностей. Именно ты принес мир и порядок в город. Тебе удалось вернуть золотые диски. И ты сопровождал Мендосу на его опасном пути к главной цели. Помимо этого, ты был одним из тех, кто защитил город от ящеров. Значит, ты мне доверяешь? Своими действиями ты доказал, что можешь быть хорошим командиром. Поскольку Мендоса сбился с пути, я доверяю тебе помочь нам найти нашу дорогу. Пока я занимаю тут высшую должность, я прибегну к старому закону. Я назначаю тебя Инквизитором Ордена. Этот титул откроет тебе все дороги. И я вручаю тебе этот доспех. Он гораздо лучше, чем те, которые ты носил до этого. Мендоса намеревался спасти нас. Теперь ты должен последовать его примеру и остановить то, во что он превратился. Мендоса сказал, что материк уничтожен. Это правда? Насколько мы знаем, большая часть его. Наша задача — это больше, чем просто найти возможность противостоять титанам. Мы ищем острова, подобные этому. Любые защищенные места, где смогли выжить люди. Это правда. А король, королевский гарнизон, их тоже больше нет? Мы не можем допустить, чтобы люди узнали об этом. Они думают, что материк все еще здесь, что король может прийти на помощь. Это их последняя надежда. Что ж, сейчас не время обсуждать политику ордена. И людям нужна надежда. Только у нас с тобой ее немного. Ты можешь обучить? Я поговорил с комендантом Карлосом насчет Инквизитора. Он не станет нам мешать. Значит, я думал о нем правильно. Это хорошо. Ты когда-нибудь был в нижнем склепе храма? Нам не удавалось особенно далеко пробраться в глубокие проходы. Там странное синее... не знаю что. Кто-то запечатал часть помещений магией. Мы пока что не смогли пройти за барьер. Конечно, не смогли. Вы не знаете нужного заклинания. Вот. Ты тут знаешь больше, чем я. Если найдешь способ пробраться вниз, используй его. Только проверь сначала, что там. Нам ни к чему очередная толпа этих тварей тут. Ладно? Ты знаешь, что находится в нижних склепах храма? Судя по этим надписям, думаю, что здесь был погребен жрец. Кто бы ни построил этот храм,
Он явно имел дело с черной магией. Советую вести себя здесь крайне осторожно. Возьми этот свиток. Подозреваю, что он потребуется тебе там, внизу. Теперь ты, инквизитор, как следует подумай, прежде чем создавать себе врагов. Не спеши бросаться в бой. Мне нужна ваша помощь. С чем? В недрах горы находится Саурианская крепость. Мы пытаемся проникнуть внутрь, чтобы раскрыть ее тайны. Не вижу, чем бы я мог помочь. Свободных людей у меня нет. И я не знаю, что находится в крепости. Однако ж от бездействия мало пользы, правда? А я человек не бесчувственный. Все, что я могу для тебя сделать, это выдать вот этот эликсир. Он у меня уже очень давно ждет момента, когда понадобится. Я думаю, его время пришло. Бери его и используй с умом. Это лучше, чем ничего. Спасибо. В этом нет необходимости. 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 Вид довольно хрупкий. Вид довольно хрупкий.
Вид довольно хрупкий. Вид довольно хрупкий.
Мне нужен доспех Урсигора. Я был в храме, в том, что на востоке. И что там? Нашлось что-нибудь ценное? Уже нет. Ты действительно там все подчистил? Хорошо. Так Инквизиции ничего не перепадет. Ты прав. Это могила жреца. Звучит так, будто ты уже побывал там, внизу. Так и есть. И, кстати, насчет черной магии, ты тоже был прав. Но тебе удалось выйти оттуда целым и невредимым. Вот, возьми это. Это может очень пригодиться тебе в будущих испытаниях. Спасибо. Желаю тебе вернуться из вулкана целым и невредимым. Дон Эстебан знает, что случилось. И что он сказал? От него помощи не будет. Да, это похоже на него. Так или иначе, мы вынуждены рассчитывать только на свои силы. А, вот и ты. Что ты здесь делаешь? Я уже знаю, чем ты занимался со времени нашей прошлой встречи. Говорят, за тобой охотится целая толпа саурианцев. Это правда? Тебе какое дело? Решила, вдруг тебе помощь нужна? Понятия не имела, правда, где тебя искать. Так что я просто вернулась сюда на берег и ждала. Ну, что скажешь? Нужна компания? Конечно. Если хочешь, можешь пойти со мной. Я этих ящеров видела целое множество на западном побережье. Они были очень недовольны. Тебя искали, думаю. Им не понравилось, что я забрался в их гробницы. К несчастью, только так можно спасти это место. А что ты там искал? Хорошо. Я свои тайны не раскрыла, и тебе твои не следует раскрывать. Да, именно. Мне нужно кое-что сделать. Ты мне поможешь? Тогда вперед! Я тебя прикрою! Вот и все дела. Черт! Эти саурианцы крепкие ребята. У них доспехи из обсидиана. О, да ты эксперт! Вышло, что никто раньше этих тварей не встречал. Я тебе что, специалист по рептилиям? Может, они стеснялись? С мечами в руках они уже меньше стесняются. Можно то же самое и про тебя сказать. Прости. Могу проявить скромность, если тебе будет легче.
все дела. Не очень понятно. И еще раз. О, нет. Вот и все дела. О, нет. Лучше начать сначала. Получилось. Я разберусь с ублюдком. Отлично сработано. Отлично. Отлично сработано. У меня от этих развалин мурашки по коже. Это ты еще людей-ящеров не видела. А я-то думала, меня уже ничем не удивить. Но, похоже, ты знаешь, как развлечь девушку. Идем со мной. Без вопросов. Правда, совсем не нужно снова сюда соваться. Я быстро. Просто хотелось осмотреться. Давай, осматривайся и пойдем отсюда скорее. Ублюдком.
и все дела. Вот мы и на месте. Удачи тебе. Я прослежу, чтобы за тобой никто не вошел. Ладно, я пойду один. Гробница должна быть за этим водопадом. Будь осторожнее. Я подожду тебя здесь.